Здравствуйте, все тот же день. Сегодня 16 число. Я там 13 наболтала, но сегодня 16 суббота. Значит, первое я скажу, что я забрала из отеля. Сразу скажу, что эти вещи можно брать, потому что они одноразовые. Вот шапочка в бассейне, в котором мы были, видите, в спа. Вот шапочка. Это тапочки. Вот они одноразовые и... Если вы ими пользовались, то они уже никуда не идут, их выкинут. Поэтому их можно забирать. Так. Это, значит, гель для душа. А это шампунь. Но кондиционера не было. Вот это опять шапочка для душа. Это здесь станок брить. Это Леша. И крем для бритья. Это Леша вот. Видите, крем для бритья и станочек. Так, это у нас зубная щетка такая. Она, конечно, там такая грубая, вот она. Ну, это так уж, на всякий случай можно прям взять с собой. А, нет, она же в такой штучке твердой. Думаю, что она твердая. В общем, такое мылка. Мылка. Расчесочка, я ей попользовалась, потому что я забыла расческу взять, я ей пользовалась. Она тоже в таком пакетике была, вот такая расчесочка. И еще один, тоже видите, Леша, можно положить ему в сумку. Как раз вот Леша приехал с Ниццы, можно ему вот такое вот как раз положить, чтобы он мог побриться. Вот это положить ему, зубную щетку эту ему положить. Вот видите, как удобно, да, это? Как раз это гель, вот это ему все положит. В Ниццу ездит и съездит в Ниццу. Будет пользоваться. Так, ладно. Все, значит, я сказала, что Леша привез из Ниццы подарок. Сразу скажу, что... А куда я положила? А, вот. То да не то. То же самое, что в прошлом году, но немножко другое. Вот смотрите, в прошлом году вот такое мыло было, вот. Ну, тоже в пакетике. И вот такое было полотенце французское, которое у меня обосрали и сказали, что это какая-то грязная тряпка. Это не грязная тряпка. Это потому что Леша все время рот, представляете, не салфеткой вытирает, а полотенцем. Ну, я не знаю, как с этим бороться. Ну, вот ничего не грязная тряпка. Вот это вот прошлогоднее. А сейчас покажу новое, что Леша привез. Так, вот Леша привез. И... Смотрите, вот оно. Вот оно, уже мыло вот такое, видите? И тоже вот, тоже полотенчик такой вот. И это сейчас я повешу. Как-то надо так повесить, чтобы Леша не мог добраться. Куда-то так. Это пусть дальше рот вытирает. А это повесить как декорация, чтобы красить. Ну, в общем, не знаю. Вот это тоже мешочек. У меня этих мешочков 4 штуки, и они лежат в постельном белье. Мыло. Раньше мы, помните, клали мыло в постельное белье, чтобы оно хорошо пахло. А французы, они специально делают из лаванды такие. Там внутри лаванда. И пахнет уже. Пахнет, я так задела, и пахнет так лавандой. Очень здорово. Сейчас полотенчик я туда стану. Очень практичный, хороший подарок. Мылка хорошая. Мылка всегда пригодится. Значит, полотенчика. Это повешу новое. Чтобы злые дни видели, что у меня не грязная тряпка висит, а красиво молодец. Теперь нечего будет сказать. Ну ладно. Я да, пошутила. Так, что дальше? Дальше, что я еще притащила с отеля? В общем, сахарок. А что сахарок? Это нам его дали. Значит, его можно взять. Он был у нас. Сахарочек. И чайки. Видите, разные липтон. Ой, сейчас какой-нибудь попью как раз. Вот этот сейчас попью чай. Как раз этот чаю хочу. А вот еще такие сахарки. Коричневый сахар. Вот. Вика, смотри. Вот, набрала я. И вот это чай. Эрли чай, это вот он, а Эрли грин, Эрли грей,
Эрли Грей. Это вот какой-то серый чай, что ли, не знаю. Грей. Какой чай? Грей-то это какой чай? Какой-то, не знаю. Так, Эрли Грей тоже. Так, разные вот это. Сминт. Деликаты. Минт с ментолом, видимо. Ну, это я уж снова думаю. Печь. Это персик. Видите, персики, манго, тропикал манго. Так, это тропикал манго. Это грин ти, зеленый чай. Это зеленый чай. Это ромашка. Это кофе. Нет, такой, конечно, не люблю. Это Люша отдам. Так, и это опять ромашка. А еще есть еще лайм. Вот. Вот такие сахарки набрала. Так, а сейчас покажу, что мне подарила моя зрительница. Сейчас я, подождите, уберу все это отсюда. Смотрите, написано Прованс. Прованс – это провинция. Прованс. Пахнет, ой, запах такой классный. Вот такое полотенчико. Тут вышито. Сейчас будет у меня красота висеть. Сюда повесим. А этот мешочек, это я в одежду сейчас положу. О, как пахнет, как пахнет. Еще забыла сказать, что вот этот мешочек не только вот запах хороший, но и как средство от моли, типа отпугивает. А еще вот смотрите, вот это вот, ну, французское мыло. А это вот мне Кати подарила. Тоже французское мыло. Она в Францию ездила недавно. В общем, это такое мыло ручной работы, умываться им. Такое вот. Типа, ну, оно не сушит кожу. Там какое-то, ну, полезное очень мыло. Тоже Кати мне привезла, подарила. Не вижу, что написано. Ну, в общем, французское тоже мыло. Ну вот, приступаем к подаркам. Вот, смотрите, опять пряжа. Вот, три моточка. Такие три моточка. Розовенькие. Смотрите, розовенькие какие. Красота. Дальше красненький. Вот такой красный цвет. Видите, по-английски написано. Английская. Вот серенькая. Как раз хотела, вот знаете, как раз надо было мне серенькую, светлую. И вот, пожалуйста, светло-серая. Дальше идет вот такой бирюзовый цвет. Не знаю, передает, не передает камера. Красивый бирюзовый цвет очень. И опять голубенький. Ой, голубенький, такой классный цвет. Вообще класс. Так. Еще сумочка. Вот это розовенький, желтенький такой цвет, смотрите. Он как-то блекло тут смотрится. Но он такой нежно-нежно желтенький. Не знаю, передает, не передает камера. Желтенький такой цвет. Опять красный, точно такой же. Красный. И вот такой синий. Голубой, темно-голубой. Ведь у них паунды, у них нет. Не евро, а паунды. Вот столько стоит. Вот сколько, смотрите. Ва! Работать мне. Работать. Сейчас сяду, буду работать. А, хочу, знаете, что забыла сказать, что мне Диана ее зовут. Сделала заказ. Как раз вот это, видите, три. Связать шарфик. Два будет шарфик. И перчаточки. В общем, я когда буду вязать... Я буду показывать. Идеально тоже тебе буду показывать. Свяжу, покажу. Ты мне потом ВКонтакте напишешь, нравится тебе, нет. В общем, мне она заказала вот такой розовый комплект. Такого цвета, потом черного. И третий цвет я так и не поняла. Фиолетовый или лиловый? Ну ладно, мы ВКонтакте спишемся. Фиолетовый или лиловый. Ну, пока я с розового начну. Я, знаете... Я уже нашла рисунок, там все уже посмотрела.
У меня уже так фантазия вчера весь вечер играла. Вот это серебро. Вот такие клипсы серебряные. Эти из настоящего серебра. Тут клипс. Такие клипсы. И вот серебряная цепочка. И вот такой кулончик, смотрите. Вот такой кулончик красивый. Ручная работа, мне кажется, даже, знаете, это ручная работа. В общем, это не дешево. Я вам скажу, я и ювелирным же работала в магазине. Там вот ручная работа у нас очень дорого стоила. Так. Дальше. Смотрите. Это настоящий жемчуг. Настоящий вообще. Я даже боюсь представить, сколько он стоит. Потому что у меня вот сережечки с настоящим жемчугом. Они у меня 80 евро стоят. А там всего две жемчужины. Вот видите, это настоящее. Вот видите, вот, смотрите. Вот, показываю. Вот видите, он настоящий. Тут тоже такая пипочка есть. Вот. Так красиво. И у меня в прошлом видео, там, где кораблик видели, я там одета. Вот. Вот это жемчуг. И он так холодит. Я... И знаете, жемчуг на зубы, как когда зубами попробуешь, на зубы, там я училась, как... такой перламутровый он вот тут. Так красиво. Ой, очень, ничего себе. Вот, смотрите. Да, вот на зубы он скрипеть должен на зубах, и он холодить должен. Вот. Это настоящий жемчуг, а это здесь... Смотрите, серебряная заколочка, ну, застежка серебряная. И дальше вообще. Это золотой кулон. Сейчас покажу. Вот эта цепочка у меня есть. Смотрите, золотой кулон. Вот это, по-моему, серебро. И тут алмазики. Представляете? Ой, не показываю. И тут алмазики, они прям блестят. Вот. Не знаю, вам видно, нет? Они прям переливаются. Я такая говорю, да как такой подарок? За что? И Дианочка мне сказала, что я заслужила. Вот так, видите? Золото. Это не русское золото рыжее. Это вот такое европейское золото. Видно, где бы надо показать его? На чем-то белом, что ли? Чтобы вы видели, что оно не это, не рыжее, не русское. И вот прям так блестит вот сейчас вот тут так. Алмазик, вот тут алмазик есть. Вот такой кулончик. Ну вот у меня есть золото. Цепочечка. Вот, Диана, смотри, у меня есть золотая цепочка. Только она у меня вот тут запуталась, надо ее распутать. Вот так вот будет. Смотрите, как будет. У меня, правда, еще есть это. Еще одна цепочка надо посмотреть. У меня две цепочки. Одна длинная, другая короткая. Это, по-моему, короткая, да. Длинную надо посмотреть. Тоже. Вот так вот. Вот такие подарочки. Ну, думаю... А, еще последнее. Вот. Еще последнее, что. Вот такой. Крем Гарнье Омбре Солари. Крем Протексион 30, видите, от солнышка. Вот так. Вот такие подарочки, люди. Напишите в комментарии, что думаете.
Я вообще, конечно, никогда так просто так много ничего не получала. Ну, как бы не избалована таким. Ну, Лёша мне тоже, конечно, все покупает, но Лёша же муж. Вот так. Такая красота. Такая красота. Ну-ка, на свет, может, как-то. Ну ладно, до свидания.